Всем привет зрителям, подписчикам канала. Вы на канале Телемастер 222. Сегодня обзор телерадиоаппаратуры советского производства от клиентов. Здесь 4 телевизора, усилитель советский также есть. Ну и еще разные техники, что мне там подарили. Ну и некоторую аппаратуру взял по цене металлолома. Полностью посмотрим подробно все. Значит, один мне позвонил забрать 2 телевизора. У нас телевизор Wells, по-моему, воронежского производства. Также телевизор Рассвет 307, наверное, последний ламповый, сделан в 91 году, уже без металлических вставок. Кто знает, что раньше вот эти Рассветы были с металлическими вставками. До 90-х годов, а уже после 90-х пошли вот этих без металлических вставок. Так выглядел ранний Рассвет. Также с этими телевизорами еще отдали 2 магнитофона. Магнитофон Парус. Также вот такой обклеенный магнитофон Ритм. Также люди прибирались в кладовке, позвонили. Есть, говорит, старый телевизор Радуга. Нужен, не нужен, приезжайте, забирайте. Крышечек нет, тут крышечка должна. Кинескоп 4С здесь у нас стоит. И нам сказали, даже был в рабочем состоянии телевизор. Когда купили новый, этот убрали в кладовку, выбрасывать не стали. Как бы стоял на запасе, теперь он не нужен. Ну, позвонили, приедь, забери. Да, поехал по пути, забрал этот телевизор. Телевизор Рекорд 350. Тоже позвонили. Также люди прибирались к кладовке. Сказали, есть 5 телевизоров. Но приехал, в итоге там оказалось 4. Один не могли найти. Это вот один был из всех советских, Рекорд 350. Ручки как нет, всегда. В этом году уже второй такой рекорд уже не залетает. Вот и также с ним 3 импортных. Это был телевизор TSL, Sharp и LG. И плюс еще магнитофон Panasonic. Не знаю, это настоящий или китаец, сейчас покажу. Вот магнитофон Panasonic. Не знаю, настоящий, не настоящий, это в хорошем состоянии, только почистить. Стоял в кладовке. Вот телевизор TSL. Это где-то 2000-х годов выпуска начала. Телевизор Sharp. Телевизор LG. Также хороший знакомый коллега по ремонту телерадиоаппаратуры заезжал, увозил детали для ремонта. Он мне 2 видеомагнитофона, также 3 радиостанции Лен, Лен М, это Лен В, ну, посмотрим, чем они отличаются. Это как бы воронежский Лен, это белорусский Лен, Беларуси делали. Вот 2 белорусских, один воронежский.
Ну, ему тоже так же народ притаскивает всякую аппаратуру на запчасти. Что ему не надо, он отдает мне. В прошлый раз он мне отдал магнитофон Комета 225. На этот раз два видика, три радиостанции. Магнитофон Ростов МК-012. 1992 года выпуска. Вот им позвонил клиент. Тоже прибирался. Говорит, есть магнитофон там, усилитель. Ну и выкупил по цене металлолома. В общем, отдал я 1000 рублей за все. В общем, тут получилось 4 аппарата. Это магнитофон. Шильдика нету. Также вот такая светомузыка. Светомузыка. Усилитель Спектр 100. Также вот такой микшерский пульт. Такими вот наклеечками. Фирменный магазин салон. Они две по углам. Открываем крышечку. Ну, он уже такой потрепанный вид. Электроника ПМ-01. Все ручки на месте, все на месте. Ну, не знаю, кому он будет нужен, пока его разбирать не буду. Если никому не будет не нужен, то я разберу в нем. Ну, уже, конечно, фурнитура уже поржавела. Стоял тоже в сарае. Тут дать должен сетевой шнур, тут видно, шнур выводили. Хорошо потрепанный. И здесь вот такой большой разъем, прикоухожен. Все поржавело. Где-то стоял, видимо, сырости. Аппарат потрепанный. Ну, наверное, скорее всего, возможно, пойдет на разбор. Телевизор Витис 15 дюймов. Этот телевизор принес мне сосед, рядом со мной живет. Покупал лично я его в Эльдорадо где-то не то в 2005 году или 2006 или году. Вот он прошлый год сломался, год стоял, и он мне принял, говорит, разбираешь, возьми его на разбор. Забери, он говорит. Вот. Так что это лично я покупал, привозил ему с Эльдорадо. Пока разбирать не буду, сделаю по ремонту его видеоролик по этому телевизору. В общем, он 15 лет, может и больше. Может спрошу, может найдет документы от него, там должен чек эльдорадовский. Вот если найдет, то будет еще интересно. Когда он покупал, я уже сейчас не помню. В общем, я его покупал, приводил, дал денег мне. Я когда поехал в город, купи мне небольшой телевизор. Купил его. Вот он пришел на разбор, как говорится. В общем, сделаю по ему видеоролик. Может где-то попозже, ближе к зиме, или как я его пока оставлю, разбирать не буду, конечно. Магнитофон Весна 212S4. Вроде
лицевую панель в хорошем состоянии. Лежал на деревенской свалке, просто ехал по трассе, и тут колотрасса, свалка, решил свернуть. И он мне сразу же попался. Лежали там несколько телеков, уже разбомжованы, но этот никто не тронул, потому что в нем нет динамиков. Все платы на месте. Все на месте. Вот такие ручки приколхоженные. Ну, пока оставлю на донорство, то, что у меня есть такие китофоны. С виду он не копанный. Видно, ничего нигде не паяно. Ну, вот здесь вот что-то. Это перемычка. Так, паханый. Трансформатор на месте. Но, скорее всего, хозяин может вытащил куда-то с него динамики. Остальное вывез на свалку. Ну, стенки, крышки там не было. Вот так был он найден. В общем, такой вот обзор. Это что мне поступило за полмесяца лета, как говорится. В общем, за полмесяца июня. Очень часто звонят. Сейчас летом много народ прибирается, много клиентов, которые не знают, звонят, что нужно, не нужно. Ну, часто предлагают импортный телевизор, но где-то далеко я не езжу, их не забираю, если только когда-то по пути забираю. Кто-то там на заявку решил что-то, где есть путь, я там забираю телевизоры. В основном предлагают там, заберите бесплатно. Некоторые даже там предлагают, может, вы купите там, типа по 1000 рублей телевизор. Я говорю, такие телевизоры не покупаю. Сразу их отшиваю. Этот, говорю, хлам уже никому не нужен. Металлов там нет, ничего нет. Вот, особенно импортный. Некоторые просто звонят, приедьте, бесплатно заберите. Также у меня тут один написал вайбер, прислал фотографию, там что-то, кучка всякой техники там, типа DVD-шки лежали, панель от телевизора какого-то черно-белого лежала, в общем, с платами, видно, медь снятая. Также там пара светомузок Мираж лежала. Вот, прислал мне фотографию. Если нужно, забирайте. В общем, там прошло дивное время. Я поехал, позвонил, когда был путь. Он говорит, уже... Я, говорит, все уже выбросил, раз не приехали, долго ехали. Вот так вот бывает, что некоторые не дожидаются, просто выбрасывают на свалку технику всякую. Вот тут еще женщина написала тоже. Также мне прислала фотографии. Там есть. Забрать предложила, значит, такой же вот магнитофон там, по-моему, Panasonic. Там видеокамеры, что-то фотоаппараты разные. Магнитолка там какая-то автомобильная. И еще сказал, там есть видеокассеты, аудиокассеты. Говорит, типа это, если не нужно, то я, говорит, вывезу на свалку. Да, я ей сказал, что аудиокассеты оставьте. Ну, вообще кассеты оставьте, говорю. Будет путь, говорю, заеду, посмотрю, если не торопись. Ну ладно, он сказал, там не тороплюсь. И как у меня будет путь, я заеду, это все заберу. И потом тоже покажу в обзоре следующих. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. Что будет следующее поступление, что вот так же вот накопится, я также буду ролики продолжать для вас, что у меня будет поступление там с СССР аппаратуры или другой какой импортный интересный. На этом все, всем пока, до встречи.